Здравствуйте, это Кавка Герифорд. Снимаю небольшое видео про заднюю навеску трактора 82.1 прицепное, которое мы используем. Вот это прицепное стандартное, которое должно идти, соответственно, вот в эти проушины вместо удлинителей. Вместо вот этих удлинителей. Ну и показываю, как я соединил их. Эту, соответственно, использовал вот такие вот пальцы. Это пальцы с навески трехточечной навески. Обычные пальцы. В принципе, сюда влезли бы чуть-чуть побольше пальцы, если кто какие найдет. Тут, с одной стороны, обычный фиксатор трехточечной навески, а с другой стороны поставил просто шпильку. Вот такая вот навеска, по нашему опыту, работает неплохо. Единственное, что не хватает длины затягивания тяг, соответственно, чтобы перестала вот так вот она колебаться, то есть сильно качается. Но до колес не доходит, в принципе, то есть как бы работает нормально. Вот такой вот прицеп 2PTS4. Тянет без проблем, даже груженный полностью до 6 тонн. И недавно точно так же, таким же способом тянули прицеп 3PTS12 с помощью ДТшки. Точно так же зацепили в точно такие же проушины на ДТшке. То есть, в принципе, вот этот вариант использования такой поперечины, он рабочий. А почему пришли к нему? Да потому что запарилось менять удлинители и, соответственно, эту поперечину. То есть там тут не так легко все вынимается. Вот, надо вытащить это выбивается, потом не так легко они все попадают. Потом, когда поперечину держишь и пытаешься совместить все эти пазы, поперечина тяжелая, получается, один болт вставил, другой не вставил. Если определенный, например, угол подъема, то оно совмещается очень тяжело. Это же надо еще помнить, при каком угле подъема его желательно делать и так далее. То есть, короче, проблематично. Вот так вот, таким образом у нас все работает. И думаю, что во время уборочной мы будем использовать вот эту навеску точно таким же способом. Есть специальные поперечины, но у нас их было всего две. И они уже задействованы на других тракторах. А вот эта родная прицепная с 82-го трактора, думал, будет лежать в сторонке, и мы купим еще одну. Но она, видите, пригодилась именно вот таким вот способом. Можете посмотреть, когда тянем, соответственно, вот этот палец, в принципе, держит, ничего его не гнет, не ломает. Скорее всего, работа происходит именно внутри проушин, то есть разбиваются проушины. Вот это, потому что это у нас яблоко, оно разбиваться не будет, оно будет крутиться. Разбивается проушина, таким образом у нас происходит фиксация, грубо говоря, этой поперечины. Ну это все, может быть, кому-то пригодится, хотел поделиться с людьми. Всем всего хорошего. А, еще спрашивали нас, как у нас отел молочных коров. Так вот, рассказываю, сегодня с утра отелилась еще одна коровка, у нас еще один бычок. Теперь доим уже 6 коров. Всем всего хорошего, до свидания.